Добрый день, друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня готовлю японский омлет. Приступаем! Итак, прежде всего для рецепта я подготовлю зелень и перец. Перец у меня замороженный вот такими вот кусочками, и я его мелко-мелко измельчу. Я добавляю сегодня кинзу. Вот так вот мелко ее измельчаю. Также вкусно и с петрушкой, и с укропом. По рецепту идет зеленый лук, но почему-то именно в этом рецепте мне зеленый лук не нравится, поэтому я беру травы. Зелень готова. И теперь измельчаю перчик. Нарезаю его на малюсенькие кусочки. И теперь займусь непосредственно приготовлением омлета. В мисочку я вбиваю яйца и хорошенько все смешиваю. И так как в яйцах все равно остаются такие тянучие части, нам необходимо от них избавиться. Именно для этого рецепта они могут помешать. Поэтому откидываю на сито. И все, что здесь осталось, нам уже не помешает. Теперь я омлет солю, добавляю перец и немножко молока. Еще раз все тщательно смешаю. И в эту массу добавляю перчик и зелень. Ну и теперь самое интересное, будем жарить омлет. Сковороду я разогреваю на небольшом огне и смазываю тонким слоем растительного масла. Выливаю блинчик первый. Тонко распределяю омлет и жду, когда он схватится. На это уходит примерно 2-3 минуты. Когда блинчик схватился, аккуратно его приподнимаю и вот таким вот образом скручиваю. Примерно до половины. А сюда распределяю еще часть омлета. И жду еще минутки две. Прошло 2 минуты и снова скручиваю рулетик. Когда завернули последний кусочек, еще немного прожариваем на самом минимальном огне и снимаю на доску. Нарезаю на кусочки и подаю с соевым соусом. Привычный нам омлет в этом блюде превращается в интересный ролл. Попробуйте приготовить его и вы, и приятного всем аппетита!